Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Друзья, у меня сегодня ужин по заказу. Мои мальчишки попросили приготовить домашнюю пиццу. Покажу вам, как я ее готовлю, а вы для себя, может быть, подчеркнете какое-то новое сочетание продуктов. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. У меня тесто готовое из магазина, дрожжевое слоеное, подходит и просто слоеное. Так как в упаковке 1 кг и этого многовато для стандартного противня, отрежу кусочек теста и сделаю еще булочки с корицей. Смазываю руки маслом и растягиваю тесто по размеру противня. Перекладываю тесто на противень и делаю маленькие бортики со всех сторон. У меня копченая куриная ножка. Снимаю кожицу и режу мясо на маленькие кусочки. А тесто покрываю слоем томатного соуса. Обычно покупаю его в магазине, он уже со специями. У меня будет одна большая пицца и два разных вкуса. Куриное мясо выкладываю на половину противня. Добавляю тонко порезанные кусочки копченого сыра. Сладкий перец порезала мелким кубиком и выкладываю сверху. Можно взять перец разного цвета. И еще добавлю кусочки ананаса. У меня консервированный из банки, можно, конечно, взять и свежий. Вторая половина пиццы будет морская. Первым слоем выкладываю тунец в собственном соку, распределяя кусочки по всей оставшейся поверхности теста. Теперь слой креветок. У меня были замороженные, я их просто размораживаю и добавляю в пиццу. Морепродукты очень хорошо сочетаются с маринованным луком. Можно, конечно, и самим замариновать лук, но я купила готовый, разрезаю пополам и добавляю к пицце. Еще очень вкусно к креветкам добавить моцареллу. Разрываю на кусочки и выкладываю сверху. Ну а теперь на крупной терке для всей пиццы натираю сыр. Подходит любой, какой вы любите. Посыпаю сыром всю пиццу. Чем больше сыра, тем вкуснее. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Пицца немного остыла, и теперь можно добавить листики салата. Мои мальчишки любят с рукколой. Ну что, пицца уже готова. Хочется скорее попробовать. Посмотрим, что у меня сегодня получилось. Великолепно. Ну разве это может быть невкусно? Тунец, креветки, много сыра. Замечательно. Очень вкусно. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы дома готовите пиццу. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!